Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу предматчевую пресс-конференцию перед вторым матчем первого раунда Лиги конференции ДЧ «Динамо Минск». Главный тренер минского «Динамо» Артём Викторович Челединский и капитан команды Сергей Викторович Кисляк. Если есть вопросы, добрый день, я приведу. Какого преследования результата провел такмице и как были фавориты? Вот вопрос для вас. Если вы довольны результатом, который получили, мы считали, что вы фаворит здесь? Результат, говорится, конечно, хотелось бы победить, но вы сами должны были понимать, что мы играли не дома у себя. Это, конечно, можно считаться фаворитами. Окей, минуточка. Но... Да, наверно, да не су задовольни, они су желели победу, али требате да имате у виду да они не су играли код куће. Продолжайте, извините. Хорошо. И имелось в виду, что мы играли как бы не дома, хотя это была домашняя наша игра. Результат, наверное, равная игра, если касается именно игры, что равная игра была. И результат, наверное, скорее всего, закономерный пока что после первого матча. Да, как уже веч рекал, не сыграли код куче, да сыграли код куче, то бы было много более, и результат бы был более и веч. Добро. Какой задоволен игром? Какой задоволен игром, особенно овай систем 3-4-1-2, Наша экипа очекивала малый включить систем игры. Как вы довольны игром ваших футболистов, систем 1, 2, 3? 3, 4, 1. 3, 4, 1. Вы ожидали такой? Нет, это была наша система, я так понимаю. Это ваша, ага. Да. Доволен я своей системой, вы вместе да. вопрос задали. Вы довольны вашим системой? Ну, мы разбирали соперника, смотрели, и, скорее всего, мы ее как бы раньше не использовали. Если касается этой игры, то в принципе моментами были хорошие. Хорошо получалось. Окей. Они ранее не использовали тай систем, сейчас пробовали и смотрели это добро. Да. Okay. Дальше. За Сергея питание. Как се нему учиняло на терен, какав је био однос екипа, како му изгледало дечич, какав имао осјећај? Сергей, как вы чувствуете отношения между два клуба? Что вы думаете об Дечичу? Ну, команда примерно одинакового уровня. Первая игра это показала. Экипы су на, от прилике на истой равни. Есть игроки, которые, Дечичи, которые играют в сборной своей страны. Так что, я думаю, в первом матче ничего не решилось и все решится во втором. Да. Они кажут, что они озбильно отговорили игре, да се ништа не решило на первой утакмице, али очекую повольный результат в другой утакмице, который их очекует. Ага. Результат. Как бы упоредил, может, Дечица, исто со Сергея питание, Дечица экипа из Белорусской лиги. Как вы считаете, как бы вы там, на каком уровне Дечич в отношении с там экипами из Беларуси? На каком уровне? Ну, сложно говорить, я не знаю, какой-то вопрос. Очень тяжело. Тяжело сказать, на каком они месте были бы, или боролись бы. Но я думаю, наверное, ближе к верхней части турнирной таблицы, наверное, будет. Ну, не знаю. На то питание очень тяжко отговорить. Он просто не может быть компетентен, да, точно отговор на то, потому что это очень незахвално. Da kaže. Ne bi da osujeti vjerovatno nikoga. Ok, ok, kompetentan. Što sam htio da pitam za trenera, kako je zadovoljan igrom Dušana Bakića, s obzirom da on naš igrač odavde? Этот вопрос про Душана Бакича уже был после игры, как видовольник, поэтому что да, он играл. Да, я понимаю. Что вам сказать про Душана? Моментами было неплохо. Единственное, что Душан такой как бы игрок, скорее всего, больше таранного типа, который может зацепиться за мяч, то есть навязать борьбу. Единственное, что, наверное, хотелось бы, это чтобы Душан еще забил. Да, наверное, это будет... Что он забил? Забил гол. Ага, дал гол. Ну, браво. Хотелось бы, чтобы он забил гол. Тогда чем отличается нападающий от других амплуа, он должен забивать голы. Хотелось бы, чтобы он забивал голы, тогда, я думаю, будет все хорошо. Да.
ja sam opet rekla, to je malo diskutno. Neplahoj može biti i solidan i nije tako bio loš. Od njega očekuju da daje golove i da je to njegov zadatak, jer on tipa vezni igrač. Aha. Dobro, pitanje za Srgija, kako se on osjeća pred ovu utakmicu sa Šrtogerom, kako je forma i fizički i mentalno? Da. Како ви чувствувате себе проекта в мяче, который будет завтра вечером? Физически и ментально. Ментально и физически. Все нормально, мы после игры готовились, время было. Я думаю, что вся команда будет и физически, и морально. Да. Он себя осуществляет нормально, окей, они все припрямили за то и смотрят, да, спрямили. И ментально, и физически. Да. Да. Мислите ли да е предмало Саша, што нам е променство, току често се тој стиче, кај со европски отакмице, та екипа има е променство току, па се току тогава предмало. Како он гледа на тоа? А дека што е променство току? Не, него е Динамо, Динамо е променство току. Што ви считаете, если у вас предмос, поэтому што у ваша екипа, ви играете сейчас ваши игры сейчас в течение? Это, наверное, вопрос, то, что у нас сейчас чемпионат идет, или что имеется в виду, или я просто, наверное... Да, что вы нахожу. Что? Если сказать именно в каком физическом качестве вы хотите узнать, либо в качестве, как мы вообще... Да, ли желаете, да, естественно, да знаете о квалитету физической игры или квалитету... Или в игровом... Да, естественно, для любой команды, когда идет чемпионат, конечно, когда ты находишься в игровом тонусе, может быть и легче быть. Да, но вы сами когда должны... очекуете чемпионат, вы сте выиграны и очекуете позитивный исход. Да, и что говорится с другой точки зрения, то есть проблемы в том плане, что у нас есть травмированные, плюс вещи, которые мы добирали сюда, то есть как бы это, наверное, уравнивает шанс. С другой точки гледания могут быть проблемы, jer они су морали да донесу свои ствари со собой, имали су ту, да кажем, пропратне, те неке тешкоће в односу на люди, који су домаћини. A evo, za sutrašnju utakmicu, eto, menjali su sistem za prvu, koliko ne može reći o planu igre, mislim, ne može sad otkriti, ne znam što će raditi, ali plan igre. Što kasaje sa zavtrašnjem mjača, plan igre, jeste bi prijeti menjati ili... Malo reći. Vi, naravno, zavtra, naravno, vidite sami, budu nas kakite peremene ili nije, no... Vidjet ćete sutra sami. Vse bude, da, zavtra vidite na igre. Jasno. Ne želi puno da. Razumijem. Pa to još možda da pitam trenera, koga od igrača Dečića, koga je zapalo za oko, koga cijeni ovako kao opasnog nekog igrača? Vi, kak trener, što čitajte, kto dla vas sami pjesni, da, i s vaše točki zrenja, kateri je sami хороši? Ja bih tak bi skazal, naverno, ne to, što tam samaj opasnij igrok, a vopšte, jesli brati komandu, vopšem, to видно, что команда, как говорится, сбалансирована, есть и молодые ребята, и опытные такие, да, как Бичерай. Что касается того, он не может сейчас речи, кто опасен, он так не размышляет. Има и младших, и искусных игроков. Да, и имеется в виду футболисты, которого опыта такого, как Бичерай, который показывает игру в нападении очень хорошо. Мы его еще знаем, когда был у нас в Беларуси, он играл. То есть он был ведущим. А как имя футболиста? Бичерай. Бичерай, как? Окей, Бичерай, они его знают еще, когда он играл в Беларуси, и они смотрят, что он добрый играч. А вот, да, питан Сергея, тренутно сутрачи на табелу в Беларуси, ако я не грешим, кое же им амбиции за эту сезону, крайне место? Вы сейчас третий на вашей листе в Беларуси. Какой у вас амбиции, желание на будущее, да, задальше? Задача бороться за чемпионство у нас. Мы идем там на третьем месте, но до первого места там, 3 очка, если я не ошибаюсь. Так что все в наших руках, и мы, я надеюсь, будем биться за чемпионство. Да, они имеют амбиции, да будут чемпионы, все у них руками, и рады, и тяжек это. Специфичная ситуация, да, 7-8 дней были в Подгорице, другачи, не то, что все иначе рады. Остай? Да, ли все навыкли, да ли оно, что не сметало, может, вручина, те условия, да ли все дуре? Да. Этот вопрос так и не бывает часто, это не примерно.
футболисты приезжают на день-два, играют и уезжают. Но он говорит, что вы уже 7-8 дней, если вы просто адаптировались на климат, если вам угодно, удобно здесь, если вам понравилось. Что касается адаптации, то, наверное, прежде всего, мы, наверное, не привыкшие к такому, у нас все-таки погода чуть похолоднее, да. Здесь потеплее. Прежде всего, они се не могут никакого привычки, или у них холоднее. Плюс ко всему, то, что условия, как бы, то, что нам предоставили, то есть нас вполне устраивает. Ну, для тренировок имеются условия, нас, ну, проживание, питание, и где мы тренировались, для нас как бы созданы условия хорошие. Хорошие, да. Что се тиче храны, пища, боравка, условия, они су задовольны, то и добро. Ну, Иван Бахар не принял из-за того, что в играх, то есть в тренировке, когда мы там тренировались в Австрии, получил повреждение. И срок повреждения, это, наверное, где-то около двух недель, плюс-минус. Ну, нет, наверное, в нашей ситуации это, наверное, как бы не то, что того, такого преимущества, но, наверное, нам легче, потому что мы две игры играем, получается, не на выезде, не дома играем. Так что для нас, я думаю, что, скорее всего, особой разницы нет, но все равно как бы равное количество, то есть этих нет забитых гол на выезде, то есть он одинаковый. Я не знала, проблемы между ними. Ну, наверное, если у нас первая игра была домашняя, и мы сыграли 1-1, то мы, наверное, больше нам на руку, что не действует. Гол забитый там не дает никакого преимущества. Ими цели сутра, по мере того, как победы, размышляли вообще о том, что продолжает семейный канал, и не Какой последний цель, момент у вас? Какое у вас просто желание, вы желаете, чтобы вы победили? И если будет, например, после, будет решено, если будут пенали, что вы думаете об этом? Нет, конечно, хочется решить вопрос в основное время. То есть задача в любом случае – это победить в основное время. Да, они желают иметь победу в том реальном времени, да. Да, не дойдет до пенали. Я думаю, не сильно повлияет, но с болельщиками всегда приятнее играть, чем при пустых трибунах. Да, это не будут наши болельщики, но ничего страшного. Будет, я думаю, надеюсь, придет много. Если много придет болельщиков Дечича, то будет хорошая атмосфера. Это всегда лучше, чем людей не будет. Они кажут, да, ако дойдут навиачи Дечича, да че то свакако бити една лепа атмосфера, али у сваком случају да би било много боље да су то нихови навиачи и нихова подршка. Али свакако, ми окей.